Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте. Прежде чем приступим к интервью, давайте небольшой блиц-опрос. Да. Режиссура или актерство? Режиссура. Продолжите фразу «Счастье это». Счастье – это удовлетворенное себелюбие. И книга или фильм? Фильм по книге. 12 секунд. Уложились. Почему вы решили показать ребятам фильм «Звезда и смерть» Хоакина Муриета? Ну, мы думали, какую картину показать, потому что в основном это для мастер-класса Александра Антипенко, оператора. Вот. Ну, решили «Звезда и смерть», потому что давно что-то как-то картина не была. Потом музыкальный формат. Можно об этом поговорить с участниками форума, потому что музыкальный формат чаще всего используют как развлекательный, какая-то веселуха. А мы попробовали сделать драму. Мы попробовали вскрыть тему насилия, порождает насилие. Вы являетесь президентом форума «Бумеранг». Как изменился «Бумеранг» в течение 14 лет? Ну, мы не ставим задачу глобально менять формат, потому что традиции должны быть, и как раз это что-то, то, что радует. Но, конечно, есть вещи инновационные, есть вещи, которые нужно менять, потому что технологии, камеры, монтажки дают сейчас такие возможности. Но главное не это. Главное, приходят новые участники «Бумеранга». И вот что новое. А новые участники «Бумеранга» ставят новые вопросы. Их интересуют немножко другие темы, чем интересовали 15 лет назад. И в этом есть интерес наш, не скрою, прямой. Потому что очень интересно, что вас больше всего беспокоит сегодня. Сейчас покажем вам несколько фотографий ваших фильмов. Попробуйте их отгадать по картинкам. Можете взять? Да. Потом подснимем. Это мой фильм? Да, это ваш фильм. Нет, это не мой фильм. Это я играл как актер. Не, могу поспорить. Поспорить? Давайте дальше, да. Хорошо, ладно. И я выиграю. Давайте. Так. Ну, это все узнают. Это, конечно, усатый нянь. Правильно. Мой первенец. Понятно. Это «Первый альманах». Вот, да. Это новелла, очень хорошая новелла с потрясающим актером. Да. Это так. Вот вы как режиссер, как актер, видите, как работают ребята на «Бумеранге». Да. Вы видите в них будущих студентов ГИКа? Ну, здесь это сложно сказать, потому что все зависит от человека. Я во ВГИК пошел, это мой третий был вуз, и я 5 лет поступал на режиссерский. Значит, я хотел. Кто хочет, тот добьется. Спасибо большое за интервью. Спасибо, удачи. Удачи вам.